Всем привет! В сегодняшнем выпуске новостей мы вам расскажем о том, где и когда пройдет экспресс-курс школы баскетбольного арбитра. А также ответим на два самых популярных вопроса, которые нам задают этим летом. В прошлом выпуске новостей мы вам рассказали о том, что совместно с коллегией баскетбольных арбитров Санкт-Петербурга проведем экспресс-курс для молодых судей, который, кстати, будет полезен и любознательным игрокам, желающим своей команде только победы. Как известно, для эффективного обучения требуются правильные условия. И в этом нам будет помогать молодежный центр «Среда». Молодежный центр «Среда» – это пространство для творческой молодежи, которая хочет проводить время с пользой для себя и общества. По распоряжении специалистов КБА и обучающихся центр предоставит просторный класс, рассчитанный на 20 мест, а также оборудование, необходимое для современного обучения. Все это расположено по адресу улица Большая Пушкарская, дом 32А. В период с 7 по 30 сентября в рамках экспресс-курса состоится 8 уроков, которые будут проходить еженедельно по вторникам и четвергам. Начало занятий в 20:00. Кстати, на базе этого центра в прошлом году наши секретари проходили курсы повышения квалификации. Напоминаю, что все уроки проходят абсолютно бесплатно. Но поскольку количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация. Ссылку на регистрацию ищите в описании ролика. От участников чемпионата НБЛ к нам регулярно поступают вопросы. И сегодня мы дадим ответы на два самых популярных из них. Вопрос номер один. Когда стартует заявочная кампания в чемпионат НБЛ? Отвечаю. Заявочная кампания в чемпионат НБЛ стартовала 1 июля, то есть месяц назад, и продлится до 15 сентября. В эти сроки необходимо подать заявку на участие. Если ты хочешь принять участие, обратись к нам любым удобным тебе способом – по телефону, по электронной почте, сообщением ВКонтакте, Инстаграм или Телеграм, и мы подробно ответим на все возникшие вопросы. Старт сезона запланирован на 2 октября. Вопрос номер два. Недавно переехал в Петербург на ПМЖ и хочу играть в баскет. Помогите найти команду. С этой просьбой к нам регулярно обращаются уже на протяжении нескольких лет, и мы всегда готовы оказать содействие в рамках наших возможностей. В нашем чемпионате всегда есть команды, испытывающие кадровый голод, а также команды, занимающие активную позицию, то есть готовые просматривать игроков круглый год. Более того, именно сейчас, в летний период, самое подходящее время посмотреть на новеньких, и тем самым, возможно, усилиться, чтобы попасть в число главных претендентов на победу в чемпионате НБЛ. Таким образом, если ты игрок, смело обращайся к нам. Мы разошлем твою анкету тем командам, которые рассматривают кандидатов. А также пришлем контакты тех команд, которые приглашают к себе на просмотр. Если ты руководитель команды, точно так же обращайся к нам. Мы пришлем тебе анкеты соискателей, и ты сможешь самостоятельно принять решение, приглашать к себе того или иного соискателя. А на этом на сегодня все. До новых встреч!